Приветствую всех на своем канале, и мы продолжаем прохождение игры Dark Souls. Хочу сразу, ребята, извиниться за предыдущие серии и за тот нескончаемый поток мата, который преследовал меня, и я пытался, в общем-то, постоянно на нем разговаривать. Это неприятная черта характера, я признаю свои ошибки, я постараюсь, конечно, уменьшить, в общем-то, используемое количество того самого пресловутого мата. Ну, потому что это действительно очень некрасиво. Послушал себя со стороны и понял, что это ужасно. Ладно, в общем, ну, понимаете сами, там просто такой бомбический эффект производился от того, что меня так хорошо, ну, разносили туда-сюда, что вот у меня прорывались такие вот нецензурные выражения, причем настолько, блядь, ведь... О, видите, опять. Настолько, короче... Они изощренные оказывались, что я даже сам удивлялся, когда прослушивал себя сам. В общем, извиняйте заранее, если вдруг в этой серии тоже будет повторяться, ну и извиняйте за предыдущее. А прибежал я к кузнецу из вот леса темных корней, по-моему, называется он так, для того, чтобы купить символ Арториаса и открыть ворота в этом лесу. Помните, наверное, такие у костра, которые мы нашли. Так что давайте покупаем этот символ и бежим туда. Похоже, у тебя все в порядке. Тебе нужно что-нибудь выковать? Нет, чувак, у меня особо бабла нету, поэтому просто купить. Я заработал 22 тысячи душ, ну как обещал, чуть-чуть подкачался, прежде чем начинать. Вот он, символ Арториаса, открывает дверь в сердце леса. Запечатанную дверь магии открывает. Она ведет к могиле сэра Арториаса, путника бездны. Многие искатели приключений ушли к могиле, но не вернулись обратно. Они стали жертвами местных бандитов. В руках непосвященного этот символ может принести больше бед, чем радостей. Покупаем. Мы для этого, собственно, сюда и прибежали. Кстати, можно сразу купить оружейный ящик кузнеца. Или доспешный ящик кузнеца. А что дает? Отдохните у костра, чтобы получить возможность усилить оружие. Вот вообще-то это все, наверное, надо будет нам покупать. Укомплектоваться, так скажем, по полной, чтобы все было. Чтобы было все, как говорится, при себе. Ну, кстати, осколки титанита даже продает. Обалдеть можно. Но у меня же 8 штук уже имеется. Так, ладно, побежали по своим делам. Куда ты собрался? Подожди, я что, не завершил сделку, что ли? Не, все, куплено, 20 тысяч душ потрачено, так что все. Все выполнено. Извиняюсь. Благо, вот этот вот хер обсидиановый не появляется больше здесь. Демон, точнее не обсидиановый, извиняюсь, титанитовый. Это я из другой оперы вспомнил. Обсидиан. Так, ну тут не надо особо расслаблять булки, потому что знаем, что вот сразу начинается... Да ёпты. Отлично. В общем, сорняки на нас тут нападают. Займемся их прополкой сейчас до похода к костру. А потом опять сядем к тому костру. Кстати, мы, может быть, даже и не садились к костру у кузнеца, поэтому проблем... Поэтому мы там, может быть, уже и зафиксированы. Да, сорняки тут растут вовсю. Что-то у меня опять... Горлышко никак не откашлится. Ну ладно. О, знаем, что здесь сидит козлик. Легко с ними я научился справляться, как вы видите. Легко и просто. И непринужденно. Извиняюсь снова. Так, в общем, вот они, наверное, вот эти вот ворота, которые закрыты магической печатью, и нам надо открыть символом Арториаса эти ворота. Давайте откроем, что ж. Кстати, если заметили, у меня стоят 30 стрел душ, и я попробовал пострелять посохом. В принципе, все работает, и, кстати, очень даже неплохо наносит урона. В общем, можно было бы, конечно, идти по пути магии, но уж я пошел по пути воина, и я, наверное, уже тут не буду переориентироваться. Для этого надо очень сильно задрочиться, чтобы еще раз прокачать мага. Использован символ Арториаса. Так, что у нас здесь? Кстати, я почитал тут по описаниям прохождения, тут есть какая-то херня, хитрость какая-то, в общем, прокачка. Где-то как-то вот встаешь, то ли здесь...
Понятно, вот, я понял. Вот сюда надо забегать. Ну да. За нами бегут враги, которые здесь нам, видимо, сейчас встречаться начнут. И они бегут по лестнице и прыгают в обрыв, тем самым идет прокачка. Это, конечно, я считаю читерский способ, потому что я так думаю, в общем-то, разработчики этой игры просто не учли его. Ай, да что ж такое-то? Ну, скорее всего, ну давайте попробуем просто повоевать с ними. О! Нихера себе, а серьезный дружбан-то. Да-да, слушай, да, блядь, долго мы с тобой плясать-то будем. В две руки взял меч. Обалдеть, ты такой молодец, навороченный. Похож, короче, на просто... Чё это такое? Это чё? Да ну! Куда я попал? Блядь, я не... Охереть, нет слов. Они меня убили моментально. Можно сказать, кишки выпустили за одно мгновение. Я что, не сел у того костра? Ой, я мудак, блин. Господи, как же так-то, а? Ведь об этом столько разговоров было, и в итоге я все равно за тот костер не присел. Ну ладно, недалеко. Сейчас добежим быстренько. Души главное подобрать и попробовать драпануть. Хотя не знаю. Ну, вдвоем, как видите, с ними, сразу с двумя я, наверное, не справлюсь. Там такой маг охренительный. И так стреляет, что я... Ой, я еще и здесь просрался. Ну ладно, это фигня. Мы все равно добежим до костра сейчас и присядем. У нас все восстановится. Сад темных корней. Надо запомнить хоть это название. А то постоянно забываю. Да ты еще свались мне тут. Ага. В общем, ребята, не знаю. Наверное, действительно там не зря вот эти чуваки поставлены, чтобы на них прочитериться. Ну, потому что действительно, посмотрите, как долго с ними биться придется, если что. Они действительно какие-то пули непробиваемые. Вот этот хер, который выбежал, вроде бы один на один я с ним мог бы потанцевать. Скорее всего, это бы затянулось, потому что я по нему немного урон-то наношу. Но когда подключился маг, тут уж извините, тут уже все. Как... На этом наши полномочия все, как говорят. Да? Все, присаживаемся к этому костру. Нам нужно, в общем-то, здесь появляться, а не в тех ебенях, откуда мы сейчас бежали. Так, главное, чтобы он не согрелся на нас сейчас. Второй. Подбираем так, аккуратненько. Так, первый выбежал. Вот он. Будем плясать прямо у лестницы. Постараемся далеко не отходить от кассы. Блять, я еще и не могу его, короче, бэкстепнуть, что ли. О, хорошо, что ты промахнулся, чувак. Прямо на радость мне. Так, понятно. Крут, крут. А кто крут, того прут. Блять, когда он со щитом на спине, я, наверное, бэкстеп-то хер сделаю. Да я и так-то его не могу сделать. Да не могу вообще. Эх ты, блять, нихера себе урон. Ну, сами понимаете, изначально нечестно задумывалось, потому что... Все, убил, да? Изначально все это нечестно задумывалось, потому что я, в общем-то, ударяю его... Мой удар, прошедший по цели и дошедший до цели, наносит ему милипизеренькую вот такую вот херовинку, прямо вот от здоровья отнимает. А когда он мне влупливает, то отнимается, ну, блядь, там просто несоизмеримые цифры отнимается. Так что да, тут о какой-то, говорить о каком-то, какой-то справедливости в этой игре и о балансе не приходится. Естественные враги, ну, просто сверхзавышенные возможности имеют по сравнению с вами. И вы изначально находитесь в проигрыше. Поэтому, да, возможно, и придется мне повоевать вот так вот, читерски. Я имею в виду использовать совет, чтобы они проваливались. Но для начала я все-таки хочу их всех попробовать убить так. Ну, это реально тяжело, как вы видите. Ребята достаточно мощные. Вот этот вот первый рыцарь. А если вдвоем с ними, ну вообще не представляется возможным, на мой взгляд. Блять, да ж как же так что?
Блять! Так, он куда-то побежал пока, ладно. Пока он тут задумался чем-то тут своим. Выпили эстус, короче. Въебали коньячку и все, дальше поехали. Так, пинается, сука. Да посмотри, что делает. Какой хитрожопый, блин. Хорошо, хоть я, блядь, 100% урон физического блокирую. Это мне помогает все-таки с ним драться. Блять, ну и силач. Не, ну у него размашистые, конечно, удары вот эти. Да ну нахер, с первого удара почти. Блять, пиздец, здоровья нет вообще. Да ё... Наложилась темная магия? Не понял. Какая темная магия на меня наложилась? Что за хуйню вы опять очередную придумали, блин? Блин, я не знаю. Но... Каким-то образом что-то накладывается без вашего ведома. Вы нихера не понимаете, как это происходит. Но это нормально для этой игры. Ну беги сюда, будем продолжать. Да хер его знает, я, наверное, вообще не смогу с ним справиться. Вы посмотрите, это что творится. Да это пиздец. Да ну, блядь. Да ты-то не падай. О, он сейчас упадет. Так, ну выпей еще один эстус. Так, а где он находится-то? Он... А, он... Да ну, что это такое, блядь? Пиздец, 36 урона, я хуею. Я просто хуею, ребята. 36 урона, блядь. Ну справедливость просто на высоте в этой игре. Блядь, еще и... Как ты... Как ты, сука, умудрился-то? Я ж со щитом был, это он меня пробил. Так, хорошо, успел поставить, уже хорошо. Не знаю, по-моему, нихера у меня с ним не выйдет. Надо очень долго плясать. Я понимаю, что можно, но... Но пляска тут просто свистопляска такая, долгая история совсем. Успел, ёб твою мать. Хорошо. Щит вешает на спину, типа я ему забэкстепить могу. Ну я не знаю, поможет это, не поможет. Да и в любом случае я забэкстепить его не могу, как вы видите. У меня не получается это. О, только сказал, что не могу, пожалуйста, вот вам результат. Значит, могу. Отлично. Это меняет, кстати, расклад сил немножечко. В мою, конечно, пользу, но все равно как бы не меняет общей картины. Я все равно в полной жопе по сравнению с их возможностями. Понимаете, да? Мне надо ударить 10 тысяч раз по нему, а ему всего 1-2 раза. Ну, это нормально, да. Охуенно честно. Все мы это знаем. Тихо, тихо, у меня выносливости нет, чувак. Блять, вот дает. О, отлично, еще один бэкстеп получился. Прекрасно, так мы можем чего-то еще противопоставить. Надо, в принципе, стремиться к этому. О, ребята, все, живем. Возможно, я его сейчас прикончу. Блять, да посмотри, что делает собака такая. Волосатая мышь, блять. Стоп, 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 чувак. Сейчас еще один бэкстеп, рисковать не будем. С тобой очень уж опасно. Выпендришься и получишь сразу. Так что да, выпендриваться я не буду. Да ладно, так, товарищ. Фу. Охереть, 3000 душ за него дали. Я балдею. Серьезная заявка. 3000 душ. Так. Вот этот хер, я не знаю, конечно, как с ним. Давайте его вызывать сюда, ближе к выходу, чтобы, если что, подбирать свои души, если умрем. А мы умрем. Мы все умрем. Я боюсь, что эта херня самонаводящая может оказаться. Так, он сюда бежит, отлично. Вот здесь, в принципе, с тобой и будем разбираться. Ох, ты еще и так умеешь. Отлично, это хорошо, что ты взял...
Так, ладно. Ну, с магом, по-моему, попроще будет. На мой взгляд. Держи, чувак. Ой, я еще и удары его сбиваю. Ой, бэкстеп прошел 250. Нормально. Живем, ребят, живем. Все, я с ним справлюсь. Ну-ка. Все, ушатал его. Зарубил просто как свинью. Оп. Так, а сколько нам надо на следующий уровень? 8100. А у нас 8100. Погодите-ка. Это мои текущие души, 8106. Правильно? А до следующего уровня-то что надо? Ну ладно, давайте еще кого-нибудь попробуем убить. Мне понравилось здесь воевать, в этом лесу. Очень интересно. И, в общем-то, очень выгодно. Если они будут сейчас после костра восстанавливаться... Хотя они... Нет, по-моему, они восстанавливаются после костра, потому что именно на них организована прокачка, про которую писали, в общем, в описании по прохождению. Ну, я там посматриваю разные подсказки, потому что все тут знать и угадывать невозможно. Dark Souls очень насыщена разными загадками и тайнами игрушки, и узнать о них, ну, достаточно сложно. Так, давай, короче, чувак, если я вдруг проиграю, проиграть я хочу у входа. И могилу хочу свою организовать именно здесь. Для чего? Да чтоб душ свои подобрать. Беги сюда, ты чё, с кем там машешься? Эй! Эй! Ты чё? Ты меня потерял, что ли? Так, хорошо пробивает, нормально. Ну, более-менее, конечно, это пиздец. Опа, блядь, какой шустрый, я херею. Так, с ним вообще-то, наверное, может быть опасно очень. Не, реально, он очень шустрый. Это какой-то вор, видимо. И бэкстеп по нему, наверное, не прокатит. Да, видимо, так. Пиздец, бегает, там что-то бьет, воздух рассекает, а. Не-не-не-не. Блять, ты посмотри, успевает разворачиваться и мне еще вломить. Охереть можно. Да ты очень крут, я смотрю. Не, ну пиздец, блядь, пиздец. А смотрите, сразу, короче, подгорать пукан у него начинает, как я начинаю лечиться, сразу на меня пытается наброситься. Ну, так как с лесенки пришлось еще потратить время спрыгнуть, у нее нихера не получилось, у дурачка. Блять, он еще отбивает хорошо, смотрите-ка. Хорошо, я успел вовремя щит поставить. Так, больше чем одного удара, видимо, у меня не получается делать. А, блять! Так, вот это была ошибка моя. Ну, давай, давай, давай. Оп, моя очередь. Так, отлично, сколько за эту тварюгу дадут? Поменьше, 2000. Ну, за первого вообще, конечно, шикарно дали. А 3000, за мага, по-моему, тоже 3000, насколько я помню. Слушайте, этот лес весь наполнен такими гадиками? Если да, то будет проблемно его вообще проходить. Так, давайте по краешку пока побежим. А то как-то страшновато. Там кто-то стоит, да, ведь? Блять, и тут кто-то стоит. Да тут везде кто-то стоит. Так, давайте опять к выходу, к выходу, к выходу, к выходу. Нахер, где выход? А выход-то где? Вот он. Не-не-не, чувак, будем драться там, где я хочу. А не там, где ты мне навязываешь. Давай, давай, иди сюда, иди, иди. Эй. О, взялся за меня, понимаешь ли, с палицей. Нихера себе, сейчас будет сбивать, наверное, щит мне. Не, нормально. Держим удар. Блять, крутые ребятки здесь воюют, я смотрю. А чего вы защищаете так рьяно-то? Бэкстеп смогу тебе вломить, а? Какой-то, я не знаю, паладин, блядь, с палицей. С палицей, с дробящим оружием обычно паладины какие-то бегают. Ну, тебе, правда, в доспехах, а ты что-то в лохмотьях каких-то. Че, не дослужился, что ли? Оп, бэкстеп.
Да это не бэкстеп вообще-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Да щит-то поставь. Что ты думаешь-то так долго? А он вот почему-то сразу много ударов. Да куда ты бежишь, козёк, к лесенке, блядь? Я отбегаю, и он бегает. Сразу бежать ударять. Ну да, как я пью Эстус, так вы сразу, блядь, пукан, говорю, у вас подгорает. Кстати, я весь Эстус уже использовал. Блядь, нихера не получается за спину ему забежать. Зато комбос провернул, нормально. Чуть такое. Охренеть, он полечился, вы видели? Это как его там называют? Чародей, который чудо. Чудеса, блядь. Владеет чудесами. А я? Так, лечимся. Так, ты опять лечиться побежал. Стой, сука, куда ты мне? Ты куда? Блять, пацан, я тебя так никогда не убью. Вы смотрите, что он делает, сучара. Я охерею. Да я здесь, куда ты помчался-то? Здесь я. Охуеть, блять. Вот это пиздец. Опять лечиться будешь? Может, у тебя закончится это дело когда-нибудь? Это бы надо бы, блять, чтобы оно у тебя закончилось. Не, смотрите, не убегает больше. Может, у него закончилось, чудеса закончились. Они же там, по-моему, в ограниченном количестве. Да куда ты машешь? Я нажал Shift, а он начал махать. Вообще управление не слушает совершенно меня. А, Эстуса нет, замечательно. Я рад за себя. Так, вот когда по щиту попадаю... Отлично, прошло. Хорошо. А теперь давайте испытаем тот самый метод. Потому что боюсь просто души просрать. Кстати, давайте качнем. Здесь и правда можно очень хорошо качаться. Ну, вы видели, я с ними справляюсь. Это показатель. Правда, эстусов дохера сжираю. Поэтому давайте попробуем считернуть все-таки немножечко в этом месте. Ловкость, ловкость. Что качнем? Силу? Выносливость? Да, кстати, выносливость. Вот и все, в принципе. Вот у нас все души и закончились. У нас уже 9000 душ нужно на изучение нового уровня. Извините. Обалдеть можно. Не маленькая такая циферка, я скажу. Так. Ну пошли, ладно. Чё тянуть резину? Давайте. Так, как они тут реагировать-то должны? Вот сюда, что ли, забегать? Не, ну этому-то срать вообще. И как? Вот так вот, если... Давай. Да не, он не реагирует. Слушайте, поправили походу. Не, нормально. Я думал, патч поставили, блядь. Он, сука, не слетел. Так, ну душ-то я заработал. Ладно, все нормально. Давайте попробуем еще раз. Что там дальше-то будет? Как оно вообще? А где второй-то? А рыцарь-то сам где? Куда он делся-то? Он же тут был всегда. Ой! Ни хрена себе! Вдруг откуда ни возьмись появился в рот. Сами знаете кто. Так, мне надо, наверное, на лесенку и спрыгивать, да? Лишь бы самому не слететь, ну-ка. Оп, пошел. Еще один давай. Так, второй пошел, давай. Не, работает, ребят. Еще как работает. А
А где души? Вот, прилетели, все люкс. Ништяк. Да, действительно, тут можно прокачаться таким образом. Еще как. Так, ну также я читал, что тут имеется то ли лучница, то ли кто, которую надо убить вручную. Иначе можно с нее, в общем-то, не собрать хлам, который с нее выпадает. Так, чувак, у меня души вообще-то есть. Так что давай-ка все-таки на родину побежали. Там подеремся с тобой. Не хочу, в общем-то, их вдруг, если потеряю, то потом не смогу подобрать. Ну и нафиг, давай вот здесь драться. Так, с тобой мы еще не бились. Ну ничего. Варвар какой-то, походу, да? О! Да ёб твою мать! Вот он херачит, блядь, без перерыва. Да что ты делаешь, блядь? Вот он пинул меня, пиздец, выносливость вынесла. Охереть, он еще и ловкий. Так, ну словил ты от меня. Это хорошо. Отлично, прошло. Да не, завалим. Думаю, сможем. Так, бэкстепик бы. И ему еще... Отлично. Ой, как слабо прописало. Во, удар с прыжка хорошо рубит. Сколько за него? А чё за него всего 1000-то? Он, кстати, ни хера не хилый. Уж не хуже других-то, в принципе. Конечно, и не лучше, но и не хуже. Так, ну я смотрю, тут противников таких-то много. Так, а где же эта лучница, которую надо убить? Блять, подождите, давайте-ка пробежимся лучше по этому лесу. Что-то мне сдается рановато туда идти. Там какая-то херня сидит. Я... А, вот он! Гоблин этот, блядь, который... А где выход-то? Так, вот он, да. Это тот самый, который первый раз с ним бился. Он достаточно тяжело, в общем-то, убивается. Давай сюда. Давай, давай, давай. Вы по лесенке забегаете, по-моему, ко мне. Ну, так оно и есть. Ну здесь я, здесь. Ну давайте драться, херли. Ну да, это он и есть. Ну ты забегать-то будешь? Или тебе посрать вообще? Не, посмотрите, он нихера, он, блядь, умный какой-то. Оказался. Так, давай сюда, за мной, чувак. Отступает, ты посмотри, какой научный, а. Ты чё, боишься, потому что я со всеми твоими друзьями разделался? Теперь ты меня очкуешь? Ты посмотри, отступает. Так, придется с ним, походу, биться. Вообще никак, ни в какую он не хочет. Блять, ну я знаю, что он сильный, конечно, с ним будет очень тяжело. Ну давай. Зато за него опыта дают до хера, точнее душ. Все никак не привыкну, что вместо опыта тут у нас валюта используется в виде душ. И называю это постоянно опытом. Блять, ну вот этот удар у тебя, конечно, критичный, мощный, блядь. И пробиваешься ты очень херово. Серьезный, короче, рыцарь. Это вот хорошо. Это мне по душе. Давай попробуем. Может, ты сейчас, короче, злой на меня и все-таки за мной рванешь. Давай, беги. Ну вот, другое дело. Только ты меня пинул еще. Съездил мне по башке, короче, пока бежал. Так, к костру пока не побежим. Я только что с ними расправился, очистил их всех. Так что, кстати, да, мы же изучили там выносливость. Давайте попробуем одеть все-таки остаток нашего сета. Наручи тени.
Ну-ка. Ну вот и все. Вот и все. Вот мы все и умеем. Так. Я даже не знаю, куда тут бежать. Чуть площадь-то здоровая. Беготни тут на самом деле до хера. И становится уже немножко скучновато, потому что... Ой. Неожиданно. Ух ты. По-моему, сильнее. Так, еще кто-то бежит, блядь. А, это дерево. Это сорняк. Сейчас мы его прополим. Это херня. О, ты смотри, лавкач. Ну просто, просто лавкач. Все, с двух прыжков, в общем-то, убиваю. Нормально. Так, там цветочек или там ништяк лежит? Нет, там цветочек. Фиг с ним. Кстати, в лесу тоже притормаживает. Хочу обратить на это внимание. Прижимаем где... Блядь, да как? Да ну. О, погоди, тут еще... Блядь, тут вообще до хера их вылезло. Я что-то бегаю такой, думаю, нормально все. Ни хера себе нормально. Тут, блядь, до хера этих деревьев. Да ну нахер, блядь. Так, 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 так. Охереть можно вдвоем, когда они налетают. Это уже опасно. Ну-ка. Да ты почему не повернулся-то щитом к нему? Вот ты мудак-то. Вот есть ей-богу, блядь. Вот удивляет. А-а-а! Так, рубанул. Что, у тебя есть? Нет. Значит, будем лутать дальше. Вот здесь вот. Вот здесь кого-то чего-то упало. Заросли фиолетового мха. Ну, понятно, опять против яда, опять мох. О, еще бежит. Куст, блядь, ходячий. Ну, давай. Да их там до хера стоит, я смотрю. Оп. Давайте, короче, просто попробуем его убить. Вот так вот просто... Херачи без перерыва. Ай, блядь, ты посмотри, подлезают-то, а. Да ты чё? Эх ты, блядь, вот это он мне вломил. Два эстуса. Ну, еще удар. Все, отлично. И 100 за них дают, как и за тех. Хотя эти в два раза сильнее, их в два раза дольше бить. Нечестно как-то опять получается-то. Ну, сразу видно, невыгодно на них, на таких макаках качаться. Так, что тут в воде? Есть что-нибудь, что можно подобрать? Собрать? Еще один. Блядь, да сколько ж вас... Там еще сбоку, походу, кто-то идет. Я слышу. Вот точно, двое, блин. Я же слышу, что кто-то еще идет. Так, пошел нахер. У меня на выносливости на тебя не хватит. Так, вот теперь можно. Поехали. Раз. Два. Три. Нормально. Что-то я вас тут прополол неплохо. Загадили все грядки тут местные. Сорняки. Так. Что-то тут еще и подбирать можно. Смотрите-ка. Прям на кончике горы лежит. Скорее всего, что-то полезное. Надо собрать. Сейчас сзади пинок такой мне. А теперь лети вперед. Обобрать труп. Восточный шлем, восточный доспех, восточные наручи, восточные поножи. Ну, понятное дело, что все это восточное, достаточно тяжелое, и я, наверное, хрен это все смогу одеть, чтобы не потерять, в общем-то, мою подвижность. А где это все восточное? 12. 12,3 против 2,3. Да ну, вы че? Да это... Не... Ребят, давайте сами, короче, это носите. Я это точно не смогу одеть. Это что? Это что такое?
Вот эта хуйня там извивается, пиздец. Громадина какая-то местная, блядь. Слушайте, скорее всего, это какой-нибудь босс. Дойти придется до него и убить. Или он меня убьет. Да как такого можно вообще убить? Смотрите на его объем и масштаб. На масштаб трагедии гляньте. Давайте спустим. Тьфу, давайте подойдем поближе. Так, подождите. Сначала зачистим, потом подойдем поближе. Да почему у вас подвое-то, блядь? Мне вот не нравится, когда вы вдвоем на меня нападаете. Я вот не могу, в принципе, с вас двоих сразу убить. С вами очень тяжело справиться с двумя одновременно. Ни хрена они мне прописали сейчас на пару своими плетками и руками. Так, и отходим нафиг. Я его почти убил. Ну, ты теперь ближайший. Ну, давай. Так. Если аккуратно, то можно, можно. Главное, очень аккуратно. Эх, хорошо вовремя щит поставил. Прям шикарно. А теперь моя очередь. Давай рубану. Отлично. Срубили кукурузу. И посадили картошку. Ни хрена там. Слушайте, там что-то видел, что-то подсвечивалось. Это же не обман зрения. По-моему, вон, видите? По любасу что-то подсвечивается. Значит, туда можно спуститься. И значит, я к этой херне обязательно спущусь как-то. Блять, ну конечно, вот реально фэнтезийный мир очень красиво отрисован. Вот это вот, блядь, многоголовое хуйло. Сколько, блядь, там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь членов торчит. Блядь, голов торчит, охренеть. Так, давайте-ка вот. Испытаем эту херню. Я понимаю, дохлый номер, лук не долетит до туда. Ну а вдруг, чем черт не шутит? Нету, да, нихера. Хотя должно был попасть хоть что-нибудь. Нет, жаль. А очень бы было неплохо вот так вот сверху ее расстрелять. Читерно, но неплохо. Так, берем свой любимый меч-кладенец, чтобы всем врагам пришел конец. Понимаете, как я стихами умею? Охереть, да? Ух ты, тут еще и мосточек какой-то имеется. Так, у меня 14 тысяч душ, и все это дело бы не просрать благополучно. Не хотелось бы. Так, вот ты. Ты еще не мертвый, да? Ты живой, понятно. Давай. Оп. Моя очередь. Оп. И еще раз. Оп. Да что ты, блядь, прыгучий сволочь. Все, расправились с козлом. Идем дальше. Так, а это на мост переход. Так, давайте сразу изведаем, коль тут находимся, а то забудусь. Ну да, так оно и есть. По выступу и на мост. Вот и лесенка вниз, кстати, идет какая-то. А вот и вот это чудо-юдо. Рыба-кит. В пруду, сука, сидит. Так, а я все изучил на плато вот на этом. Мне просто интересно. Как-то, ну, обидно уходить, если я вдруг что-то пропустил. Оно ведь достаточно большое. И, возможно, я кого-то здесь просто не заметил. Прошел мимо. Не хочется мне упускать ничего. Так, по периметру я практически вроде пробежал, да? А, во, вот она, лучница, короче, это. С ней надо сейчас разделаться как-то. Она меня догонять-то будет или так и будет стрелять? Чувиха, давай, короче. Я знаю, что с нее должно что-то выпасть. По-моему, лук от семи недуг. И чеснок от вампирма, от вампиров. Я хуй знает, зачем я это говорю. Блять, нормально она шмаляет. Я вот что думаю, если я подальше отбегу, она, может быть, перестанет стрелять и начнет... Ага, вот она бежит, кстати.
По-моему, бежит. Так, на видосе это вряд ли будет видно, но, по-моему, она бежала. В плане того, что на компьютере, когда играешь, графика-то, конечно, лучше, чем потом, после рендеринга видео. Качество, как ни крути, оно все равно будет потеряно. Частично. Несмотря на то, что я достаточно в хорошем качестве пытаюсь писать, YouTube все равно свое качество настроит. Так, нихера она, по-моему, за мной не бежала. Так, тогда бежим. Походу, еще что-то случилось. А, нет, это она ветки ломает. Блять, я просто боюсь, когда я к ней буду подбегать, сейчас какое-нибудь херло опять выскочит. В помощь к ней. А это не хотелось бы, чтобы было. Ну давай, чу их танцевать с тобой. Ты же вроде баба, я слышал. Че с тобой? Давай я тебя ебану, что ли. Блять, она то лук, то меч, то лук, то меч. На. Блять, неудобно с тобой тут драться. Выходи чуть-чуть. Да, вот так вот будем плясать вокруг березки с тобой. Ах, ты срубила ее. Ну ладно, давай тогда здесь. Ты посмотри, какая мощная. Мечет, рвет и мечет, блять, в разные стороны. Кстати, удар у нее не сильный. Он практически не высушивает мою руку никак. Ну долго мы тут с тобой так, блять, будем бегать, прыгать и плясать. Давай-ка я. Блять, она очень подвижная, ребят. Хрен попадешь. Как Борис Бритва из фильма «Спиздили». Перевод гоблина. Так. Да ну, чувиха, я по тебе попасть реально не могу. Пиздец, блядь. Она уходит от всех моих ударов. Хорошо, два раза залупил вроде. Так, когда ты между деревьями, еще можно... Сука, опять зацикливаюсь, нахуй. А, я застрял, блядь. О, хорошо побил ее сейчас. Так, половину мы ей снесли, сейчас. Блядь, чувиха, не отступай вглубь леса. Я ж не знаю там местность-то. Сука, ты посмотри, провокатор шахерова, блядь. Не, давай, короче, вот так. Я отхожу... А ты подходишь. Я прям далеко отхожу. Вот аж сюда. А ты подходишь. Ну давай, блядь. Надеюсь, ты там не замерла в одном и том же месте, в одной и той же позиции. Я туда не хочу подходить. Я знаю, что там может кто-то выбежать. Опа, она на своем месте, кажется. Да, она всегда возвращается на свое родное место. Да хорош тут пляски-то устраивать. Отлично. Я тебя не хочу скидывать. Бля, чуиха, я реально тебя не хочу скидывать. С тебя шмот, говорят, выпадает. Блядь, камера! Сука, на краю встала. Отлично. Да что ты на край-то пытаешься встать? Ты хочешь упасть, что ли, специально? Ничего не вижу. Блять, камера просто ебаня... ебанько какой-то. Стой. Эх, еще бы один ударчик. И сразу на край прыгает, тварь, блин. Ну, смотрите, она хочет, короче, умереть где-нибудь на краю, чтобы свалиться потом. Все. Обменялись ударами, и ты померла. Так, мне интересно, что я с тебя возьму. Двойная человечность. Вот он, черный лук, шляпа Фарис. А, если бы упал, мы бы это могли бы и не подобрать. Но говорят, что если выйти и зайти в игру, то где она упала, там будет как раз вот этот вот хлам валяться. Ну, хлам это или не хлам, мы сейчас определим. Давайте посмотрим, что за черный лук. Во-первых, у него урон, конечно, побольше будет, чем мой. На него ловкости надо до хера. Да, что-то совсем. Радиус поражения у него больше. Кстати, у меня появилась одна идейка.
Характеристики позволяют эффективно использовать это оружие. Но радиус поражения это увеличен же будет, правильно? Поэтому, еще раз говорю, появилась одна идейка. Возможно, вы догадались, какая. Так, бежим-ка опробовать. Ну, вы сами уже, наверное, понимаете, что я хочу. Я хочу встать на выступ и попробовать убить гидру. Ну, стрельнуть в гидру. Вдруг я до нее достану. Да ну, вы что, выбежали отсюда, что ли, блядь? Вот это западня нахер. Ты толстый, жирный свин. Так, вот здесь вот, на выступе. Ну, бежать, конечно, далековато, вот. И попробуйте из этого лука мочкануть. Не, ну стрелять-то я могу. Да не-не-не, вот отсюда. Да подожди ты, иди. Да задолбал, какой ты нелепый, блядь, я хуею. Оп. Нихера себе, стрела просто куда-то там в небытие улетает. Походу, очень далеко находится все это. Не, наверное, не попаду, бесполезняк. Ну, не знаю, в щупальце, точнее, в голову, в одну из голов, в шею попасть, попытаться. Если стрела, конечно, пролетит. Потому что у нее шевелится вся эта херня очень быстро. И непонятно, попадаю я, не попадаю. Да не, ребят, это, по-моему, бессмысленная затея. Да, однозначно это бессмысленно. Так что... Нахер. Убираем это дело, не будем себе сорвать жопу и делать то, чего мы не можем. Там какой-то ништяк подсвечивается. Блять, везде чего-то подсвечивается. Или это просто травинка, вот это вот растение. Тут растения такие, что они светятся в виде презентов. Кажется, что можно их подобрать. На самом деле это просто такая декорация, такое растение. Так, мы продолжаем оббегать эту территорию. Мы ее не до конца изучили. Там же какая-то еще изба стояла. Каменная. Ну, не изба, а постройка. И какое-то чудо сидело в этой постройке. Так, здесь стояла лучница-то, по-моему, да? Ага, я круголяк все-таки навернул. Все верно. Круголяк навернут. Это что такое? Предподсвечивается уж больно лихо. Так, все, тут точно никого. А то смотрите. Пропущу ведь. Не хотелось бы. Ну, походу, я весь лес оббежал. Так, поэтому бежим к той избухе. Есть, конечно, соблазн души сейчас побежать потратить. И причем на ловкость, знаете ли, чтобы поставить вот этот лук черный. О! Кто это такой? Что за чудо-юдо, рыба-кит? На кошку похоже. Атаковать будешь? Эй, лук! Ой, в смысле, меч! Нихера себе. Прикольно. Только жирный кот какой-то, блядь. Очень жирный. И с пастью с огромной. И вообще пипец. Ну давай. Ко мне приходили такие, как ты. Твое решение найти меня верно. Но ведь цель твоя не могила сэра Арториеса. От души идет мой свет. Забудь об этом. Легенда об Арториесе всего лишь выдумка. Пересечь тьму – это только сказка. Имей в себе уважение, не трать время на поиски небывалого. Что вы выбираете? Что значит? А вопрос-то в чем состоит, что вы выбираете? Я еще не понял. Не знаю, что я выбираю, блядь. Ну давай, да. Да, таких, как ты, я не встречала еще, и все же ты мне нравишься. Да ладно. Я Альвина из леса темных корней. Я возглавлю клан охотников, которые выслеживают осквернителей лесных могил. Возглавляю, точнее. Что ты говоришь? Ты к нам не присоединишься? О, да, я уверен, что мы тебе поможем.
Что значит присоединиться? Какой клан охотников, блядь, я... Нет. Понятно. Действительно жаль. Но это только твой выбор. Я не могу тебя вынудить. Если ты передумаешь, приходи поговорить со мной еще раз. Слушайте, она там бубнит, в общем-то, недовольно так покошачьи, как они бывают, рычат. Прикольно. А, ты тут. Скажи, присоединишься ли ты к нам? Это типа ковенанта, я так понимаю, да? Что ты выбираешь? Нет, не хочу я ничего никому присоединяться. Понятно, действительно жаль, все ясно. Такая чувиха, блядь. Прикольная. Слушайте, ребят, надо, короче, идти и потратить души. Иначе за меня это сделают другие, когда убьют. Не хочу я, в общем-то, тратить, точнее, просирать их. Где-то вдоль вот так вот, и вот там вот, по-моему, выход к костру. То есть мы, в принципе, практически не убежали ни хера никуда. Мы купили печать и всю дорогу, всю серию пробегали по этому лесу. Вот и все, что мы успели сделать. Да, небывалый прогресс, конечно. Ну да ладно, на том мы закончим эту серию, потому что действительно прошло уже нормально времени, а что-то посерьезное предпринять в этой серии я уже не успеваю. И сразу хочу сказать, я, наверное, покачаюсь сейчас все-таки на этих чудаках, которые там бегают, для того, чтобы быть помощнее. Хочется все-таки использовать эту возможность, сами понимаете. Но тем более, что, сами видите, несправедливо достаточно распределяются силы в этой игре. Даже на фоне вот этих вот дурачков, которых я пытаюсь убить, мой удар отнимает там миллипизерный миллиметр от их здоровья, но они в мне вмачивают практически на всю полуполоску. Поэтому придется, в принципе, использовать вот этот вот косяк в этой игре. А может, это и задумка такая, кстати, почему бы нет. Чтобы самому тоже поднять по уровню силы, ловкости и тому подобное. Ну, хотя бы, чтобы из лука можно было вот этой черного лука стрелять, который я сейчас подобрал. До встречи, пока, ребята, увидимся в следующей серии и удачи!